Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Эндер Кипер, и сегодня я покажу вам самоделку Лего, которая на тему Майнкрафт. Я хочу поздравить всех уже с наступившим почти Новым годом. Желаю всем хорошо отдохнуть. Ну, а 1 января, как я и обещаю, сниму обзор на все мои подарки. А сейчас покажу вам самоделку. На улице бегает, ну, вот такой дом. Ой, уже спалил сразу. Вот. На улице бегает такой песик. Вот. Собака. Также бегает кролик. Есть курятник, где две курицы, один цыпленок, одно яйцо и также вот такое знамя. Есть на крыше дома есть такое, ну вот, подъем. Внутри лежит кирка, лопатка и топор. Также, раз уж уже спалил, то покажу. Внутри есть вот такой вот стол с очарования. Чувак, который спит на кровати. И вон там стоит сундук с печкой. Ах да, и здесь книжный пол. Здесь есть небольшое окошечко. Стоит огородик, морковка, две пшенички, одно яблочко. Ну, яблони, собственно. И заодно я покажу вам свою колонию воробьев жнецов, чтобы вы уже не волновались. Сейчас. Вот она, как я и говорил, трупы. Но появился муравей-солдатик. Они разбегаются. Вот так у них. А, ну-ка, стой, я сам хочу посмотреть. Вот она, девчонка моя солдата. Ладно, не буду сильно тревожить. И о плохих новостях. Посмотрите на их мусорку. Она же вся завалена трупами. А все это потому, что, скорее всего, муравьям не хватает белка. Вы напишите в комментариях, почему именно так много муравьев умирает. Я не знаю. И всем желаю хорошо встретить Нового года, который уже завтра. Всем хорошо отметить его. Ах, да, поздравляю вас с каникулами, которые уже у вас наступили. Приятно вам отдохнуть. Ну, а я с вами пока что не прощаюсь, а просто говорю пока.